27 апреля гостем радио BBC стал Иван Панфилов, один из самых известных владивостокских музыкантов. Автор и исполнитель хитов «Море воды», «Молодость», «Бессмысленные слова». В эфире «Сестренки шоу» музыкант рассказал о своем новом альбоме «Эй, моряк». Альбом. «Эй, моряк». Я считаю без ложной скромности, что это лучший альбом дальневосточной группы, записанный за какое-либо время в этом городе. Вот так это нескромно звучит, вот так это, ну, нагло и высокомерно, но это так и есть. Я проанализировал там, послушал, повспоминал. Ну, ничего я не слушал, я просто вспоминал, просто что было. Просто проанализировал, ага. Да. Группа «Иван Панфилов» стремительно попала в местный андеграунд и завоевала народную любовь в Приморском крае, а с появлением хитов «Молодость» и «Бессмысленные слова» и в России. Но в последние годы ажиотаж спал, новых песен не появлялось, и у любителей Панфилова был один вопрос – будет ли что-то еще? Вань, ну расскажи тогда, пожалуйста, а когда музыкант выпускает альбом, это явно альбом о чем-то. То есть о чем-то, о каких-то переживаниях, в какой ситуации он был написан, о любви, быть может. Да, быть может, конечно, но это самое, вся моя жизнь-то о любви, если так между нами только. Вот, и переживания эти все. А, еще о деньгах, о любви, о деньгах. О любви к деньгам, и о том... да? Не-не-не, ни в коем случае. Если бы я... так любил деньги, я бы, наверное, ну, здесь сидел в какой-то другой передаче в плане того, как вот заработать первый миллион. По словам Ивана Панфилова, если говорить о песнях в новом альбоме, то изменились тексты. Меньше стало хирургических столов, Тойот, Целик и прочего моря воды. На первый план вышла социальная повестка. Что вам не нравится в людях? Все, на час он поговорил. Ну, я да, думаю, он кстати, истории я бы написал вспомнил. Про эту песню «Встречный ветер» называется. Мы ее будем презентовать 28-го, да, вот завтра, короче, 28-го, забыл месяц какой-то. Апреля. Вот, в Тринити, то есть вот на данный момент я, ну, я уже не живу ей, но тем не менее, то есть это самая свежая вещь, которая вот даже не вошла в этот альбом, вот она о нас. Новый альбом легендарной группы можно будет услышать завтра на сцене паба Тринити. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на 8-м.